Итак, всем привет! Сегодня мы с вами испытаем преобразователь ржавчины с цинком. В общем, классная вещь, не знаю, многие ли применяют или нет, но она химически активная, поэтому ручки лучше защищать и мыть, соответственно, в робе работать, которая не боится, то есть не повседневная одежда. В общем, что она делает? Она преобразует вот такие вот явные сильные следы коррозии, да, преобразует, очищает и защищает цинком. В общем, классная вещь. Я ее использую достаточно давно, но в основном в редких случаях, потому что в основном я до такого не довожу. Но иногда нужно защитить или восстановить поверхность, приходится применять крайние меры, а крайними мерами может служить преобразователь ржавчины. В общем, это не реклама, они бывают разные. Я взял самую дешевую за 80 рублей. Соответственно, как это все дело работает? Соответственно, поверхность должна быть очищена, то есть подготовлена. Можно подшкурить, можно щеточкой с металлической волосней зачистить. И после этого на кисточку наносим немножко состава и начинаем пропитывать место проблемное. То есть я уже тут весь скутер покрыл, соответственно, составом. Идет химреакция. Подобную процедуру лучше делать на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении. Это связано с тем, что при реакции с ржавчиной выделяется вредный газ. Стоит недорого, эффект налицо. Здесь вот тоже. Кстати, после того, как мы это все дело проделали и нас поверхность устраивает, вот видите, да, тут уже часть я замыл, то есть восстанавливался, часть была сухая. И вот видно разницу, тут уже металл видно, а здесь ржавчина. И, в общем, после того, как все это нас устраивает, нужно протереть и высушить это все место, где мы наносили. То есть в данном случае это весь скутер, соответственно, мыть я его буду полностью. Оставляем это все дело дозревать. Ну, кстати, наше место, смотрите, было ржавое, стало достаточно приемлемое. И вот здесь то же самое было. Так, ну что, руки отмывать. Ощущая, оно преобразуется. Итак, прошло пару часов. И вот здесь вот у нас окей. Кстати, стоечки вообще отлично восстанавливает по внешнему виду. Просто на 5 баллов. Здесь вот получше состояние стало. Реакция еще идет. Снизу балка, реакция идет, но всяко разно лучше стало. Здесь вот отлично. С этой стороны пятак вот отлично стерто. Здесь железка. Ржавчина ушла. Маленькая вот здесь вот у нас. Вот она только вылезла. Так, еще на руле. Здесь вот у нас реакция идет. Но было ржавое. Стоечки. Вообще восстанавливает на 5 баллов просто. Смотрите, как новое. Крепежик и винтики. Все восстанавливает. В общем, сушится. Я считаю,
Это показывает и доказывает то, что в принципе что-то можно восстановить, не сильно-то насилуя металл. И тем более защита цинком. Получается у нас в итоге, единственное, руки после этого цинка, знаете, какие-то скользкие такие и не отмываются. Поэтому лучше работать в перчатках. И на этом, наверное, все. Думайте головой, пользуйтесь разными средствами, которые реально помогают. И защищайте свой электроскутер, или мопед, или мотоцикл, или авто. То есть я вообще применял антиржавчину, вот эту вот, преобразователь ржавчины на автомобиле. Ну и, так скажем, опустился я до скутеров, до электромопедов. И я считаю это, в принципе, ну, отличный переход. В том, что есть и когда опыт, можно уже этим опытом воспользоваться в разных сферах. Даже вот здесь вот ржавый винт, смотрите, тоже реакция пошла. То есть он начал достаточно светлеть. А вот этот вообще как новый, хотя он достаточно древний. На стойке у нас крепежик и стоечка. Вот здесь вот была вся ржавая. Следы начали уходить. Тоже преобразователь работает. И внешний вид тоже отличный. То есть потом раму буду подготавливать на покраску. А на этом все. Я прощаюсь с вами. Всем удачи. Всем пока.